Ну а мир пока играет в холодно-горячо. Все ищут российские ракетно-зенитные комплексы С-300. Официально Израиль предпочитает заявлять вслух о том, что С-300 до Сирии еще не доехали. Президент Сирии Башар Асад утверждает, что комплексы уже находятся на территории его страны. Россия загадочно улыбается улыбкой Джоконды. Ну а мы пока проводим учения на случай ракетного обстрела. Смотрите материал, подготовленный нашей редакцией. Европейский Союз отменяет эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам, а Россия направляет в Дамаск современные зенитно-ракетные комплексы. На Ближнем Востоке вновь ощущается дыхание холодной войны. Жители приграничной Метулы вздрагивают от близких взрывов. В Израиле ощущается дыхание войны горячей, уже унесшей жизни десятков тысяч людей по ту сторону границ. Около 11 часов я еще не спал и вдруг услышал такой глухой хлопок, а через 2 секунды раздался свист летящей ракеты. И вслед за этим настоящий взрыв. Я схватил ребенка, мы все спустились в бомбоубежище и провели там всю ночь. 300-е комплексы, которые Россия то ли собирается отправить, то ли уже отправила в Сирию, призваны защитить режим Башара Асада от вмешательства извне. Прочность нынешней сирийской ПВО израильские ВВС уже проверили. Мин нет. Однако, когда на смену устаревшим зенитно-ракетным комплексам, поставленным Сирии, еще в прошлом веке придут современные, мобильные и точные С-300, ситуация может измениться. Так же, как она изменилась 45 лет назад, когда после 6-дневной войны Советский Союз поставил арабским странам передовые на то время системы противовоздушной обороны. В Израиле предпочитают говорить, что ситуация еще не достигла критической точки. Что касается комплексов С-300, мы знаем, что Россия собирается поставить их Сирии. Разумеется, это представляет для нас угрозу. Я могу точно сказать, что этот груз еще не находится в пути. Я надеюсь, что он никогда не отправится по месту назначения. Но если все же эти комплексы окажутся в Сирии, то мы найдем, что делать. Правда, Башар Асад утверждает, что 300-е комплексы уже находятся в Сирии. Блеф это или нет, знают наверняка очень немногие. Ситуация в Сирии, видимо, еще не достигла кульминации, но, судя по всему, неуклонно приближается к ней. Итак, версий о местонахождении С-300 много. Кому же верить? С этим вопросом я обращаюсь к редактору программы Борису Ентину. Борис, здравствуйте. Так где же С-300? О том, что зенитно-ракетные комплексы С-300 уже находятся в Сирии, арабская пресса сообщила еще 2 недели назад. Например, еще 14 мая об этом написала издающаяся в Лондоне газета «Аль-Кудс аль-Араби». Причем, по утверждению газеты, комплексы в Сирии находятся уже давно. Да, совершенно верно. Газета утверждает, что первая партия 300-х комплексов была поставлена в Сирию еще 2 года назад. Россия, кстати, этого официально не опровергает. Тем не менее, Моше Яалон счел возможным, а может быть правильнее было бы сказать, счел нужным, заявить, что этого оружия в Сирии еще нет. То есть Айалон знает одно, думает другое, а говорит в избежание обострения ситуации третье? Да, может быть и так. Обратите внимание на то, как некоторые другие высокопоставленные источники формулируют позицию Израиля по этому вопросу. Мы не допустим постановки 300-х комплексов на боевое дежурство. И в принципе это можно рассматривать как косвенное признание того, что российская техника уже находится в Сирии. Но комплексы при этом еще не развернуты. Да, именно так. То есть, говорит Израиль, до тех пор, пока 300-е комплексы не поставлены на боевое дежурство и хранятся, условно говоря, под брезентом, их для нас как бы не существует. Ну а если или когда их из-под этого брезента извлекут? В этом случае наиболее вероятный вариант военной эскалации связан не столько с превентивным ударом Израиля, сколько с действиями стран Запада. Как мы слышали в предыдущем материале, Евросоюз отменил эмбарго на поставки оружия повстанцам. А президент Обама запросил у Пентагона план создания бесполетной зоны над Сирией. И если такая зона будет создана, и в ней появятся сирийские самолеты, то прикрывать их с земли будут именно 300-е комплексы. И кто их будет обслуживать, сирийцы или российские специалисты? Очевидно, что такую современную и достаточно сложную технику, как 300-е комплексы, должны обслуживать российские военные специалисты. И в случае, если самолеты НАТО попытаются сбить сирийские самолеты в беспилотной зоне, повторится ситуация, которая уже возникала на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в 60-е и 70-е годы прошлого века. Российские военные за планшетами зенитно-ракетных комплексов будут противостоять западной и израильской авиации. То есть холодная война, которая практически немедленно перейдет в стадию горячей? Ну, не в полномасштабную, конечно, и, по крайней мере, в это хочется верить. Но в этом случае о возвращении холодной войны можно будет говорить как о свершившемся факте. И захочет ли Асад в такой ситуации втянуться в прямое вооруженное противостояние с Израилем, зависит от многих других обстоятельств.
Ну что ж, будем надеяться на здравый смысл и чувство самосохранения политиков. Борис Ентин, большое.